Солистка группы «Фабрика» легла на сохранение в клинику. Солистка группы «Фабрика» Саша Савельева вот-вот должна в первый раз стать мамой. Артистка всеми силами пыталась скрыть свое интересное положение, маскируя живот мешковатой одеждой и упорно не отвечая на многочисленные вопросы поклонников, однако ей это не удалось. А когда в декабре в сети появились фото исполнительницы с большим животом, все окончательно убедились в беременности певицы и теперь с нетерпением ждут появления на свет ее малыша. Но выяснилось, что беременность у 35-летней Савельевой протекает не очень гладко. Так, артистка уже отказалась от выступлений в составе «Фабрики» и ушла в декрет. Накануне коллектив вышел на сцену в обновленном составе. Певицу заменила Тоня Клименко, ранее являвшаяся солисткой «Мобильных блондинок». Саша же, как сообщает телеграм-канал «Только никому», находится в настоящее время в больнице. Видимо, артистка решила лечь на сохранение в клинику, в которой она планирует рожать. Между тем, дома в певице уже все готово к рождению ребенка. В конце января Савельева вместе с дизайнером подобрала обои для детской, а после этого, наверняка, успела обставить комнату всей необходимой мебелью. Напомним, для Саши Савельевой будущий малыш стал поистине долгожданным. Артистка вышла замуж за актера Кирилла Сафронова еще в 2010 году, но детей у них не было. Судя по всему, проблемы с зачатием возникли именно у певицы, поскольку у актера уже есть дочь от предыдущего брака.